Очень рада. Всем привет, с вами Смолик, я Николай. Сегодня, ребята, будет какое не особое видео, конечно, но для вас особое место. Завтра, ребята, ждите новое видео, вот. А это, покуйте, ребята, смотрите. Среда, 1 июня. Да, ребята, вы все поняли, сегодня 1 июня, первый день лета, ребята. И вообще, не видите, какое, посмотрите, мое сообщество. Вот, я написал, типа, там, типа, про уезжать, а мы кого, ребята. Сегодня, ребята, поговорим о планах моего дня лета, вот. Сегодня поговорим, вот. Вот и первое. Первое, то, что я, ребята, буду снимать новые игры. Вот я, ребята, начал снимать, типа, лабиринт и Roblox, ребята. Ребята, ждите опять лабиринт. Вот, поставьте лайк. Вот, и ждите. Вот, скажу. Я, ребята, дням лета изменю свою авокарту или шапку. Сколько она почему-то не отображается. Я не знаю, почему-то она не отображает, кому ладно, пофиг, короче, вот. Вот и третье. Третье, это кошко, ребята, я куплю дополнительную информацию о канале, добавлю ВК, Инстаграм, короче, вот, и описание изменю, вот. Ребята, четвертое, самое важное, типа, все спрашивают, как ты будешь снимать ролики про грозу, вот. Вы, типа, все спрашиваете, только вы знаете, коммунизацию отключили, вот, поэтому, вот. Ребята, я об этом думаю, как я пока в городе нет грозы, если будет, то я подумаю, вот. Пятое, ой, четвертое. Ребята, вы знаете, я включил монетизацию, вот. Поэтому я, ребята, снимаю видео с голосом или без, как мне как нравится, вот. Ребята, буду снимать голосом или нет. Вот как, вот. Как, пятое. Пятое, это, ребята, кошко. Теперь я не буду, наверное, скоро, вообще скоро снимать Майнкрафт. Вообще скоро не буду снимать в Майнкрафт. Типа как я почему? Я бэка не буду, потому что там бэка всем ноги не нравится. Типа что я снимаю Майнкрафт, вот. За это меня вписывают, капком опять, потом опять. Короче, вот как-то. Я подумаю об этом, вот. И последнее шушкое. Это крошка, ребята, на канале будет уходить новые саундтреки, вот какие про Майнкрафт. Вот, ждите саундтреки. Вот, скоро, я среду следующего, вот. Ждите. И седьмое, ребята, самое последнее, это кошка, ребята, я буду снимать, я скажу, типа, какие-то страшные игры. Или там что-то попробую, вот это вот, ребята, я сниму страшные игры, я обещаю вам. Сниму вот красная гроза, вот. Я, ребята, буду снимать, кошка, ждите. А на этом, ребята, давайте мы это закончим. Еще, ребята, поздравляю всем с днем лета, вот, первое. Кому-то, а ну куда-то вы уезжаете, вы куда-то, отпуск. Как и санакоры, не знаю. Я уже был в санакоре, поэтому я пришел без голоса снимать вот это вот. Ой, видео. Вот, посмотрите. А как всегда был на свадьбе, с вами Смолик, я Николай. Всем пока-пока. Еще поздравляю с днем летом. Всем пока.